я начинался из Качаловского театра, из-за кулис фактически я начался. Мало того, мы даже жили в театре в то время. Мой отец был главный режиссер Качаловского театра, мать актриса. Казанский художник Александр Простов-Покровский родился в 1951 году, окончил художественно-графический факультет Чебоксарского педагогического института, работал в художественном фонде, занимался книжной графикой, рекламой, сценографией, много поездил по европейским странам, где жил, работал и выставлялся. Наверное, вот такие вещи совершенно нетрадиционные для меня, как вот золотой натюрморт, скажем, это для меня из ряда вон выходящая вещь. Чтобы я работал, скажем, на золоте, я никогда это не признавал. И вот на золоте написать такой натюрморт. Ну, потрясающая натура была. Сам художник утверждает, что, приступая к картине, никогда не знает, что в итоге воплотится на холсте. Он называет направление, в котором работает, интеллектуальным реализмом, а искусствоведы усматривают в его полотнах кафкианские мотивы. В 2002 году была даже издана книга «Кафка в картинах художника», иллюстрированная работами Простова-Покровского.